Дорогие братья и сестры, время служения уже началось, поэтому мы попросим молодых пройти сюда в зал. Дорогие братья и сестры, попросим благословения на это служение. Отец наш Небесный, мы склонились пред Тобой, чтобы Ты благословил это служение, эту молодую чету, чтобы Ты благословил всех нас, понимая, что мы Твоя невеста и что мы должны быть готовыми, быть такими же чистыми, и ожидать Твоего пришествия, мы просим, благослови всех нас. Аминь. По просьбе молодых, при благословении родителей и согласовании братьев-служителей, служение бракосочетания будет совершать Семичук Александр Николаевич, пастор церкви Рокфорд, штат Иллинойс. Садитесь, братья и сестры. Правильно место стать, чтобы я не привлекал особого внимания к себе, но все наши взоры сейчас были прикованы к тем людям, которые, вот по случаю которых мы собрались. Я думаю, что правильно было бы вначале представить этих людей, ради которых мы собрались. Может быть, из вас многие люди знают лучше их, чем даже знаю я. Или кого-то из тех, кто находится здесь под хупой.
Хупа, знаете, что это означает? Это вот евреи вот имеют некоторое обыкновение. Это день, вот, когда они начинают совместную жизнь стоять под хупой. И сегодня я как-то чрезвычайно волнуюсь, что вот символ, который взят из этого народа, он как бы, ну, каким-то образом вот пришел и к нам. Благослови Господь, чтобы все лучшее из этой традиции мы могли взять. Итак, дорогие братья и сестры, Иван Карапунарли. Я очень рад, что, наконец, вот эта сложная фамилия мною произнесена правильно. Ваня, я ничего не перепутал? Правильно все сказал. Иван, вот юноша наш, который член поместной церкви, вот, который решил создать семью. И вот сегодня он, я бы сказал, в этом списке вот первый и начинает. Рядом с ним девушка, которую он полюбил, это член церкви в Рокфорде, там, где я совершаю служение. И она в девичестве Бубела, Кристина Александровна Бубела. Рядом вот люди, которые окружают свиту. Это Роман, Давид и Сергей. Тоже рад, что не попутал, сказал. Вот, и боялся, что вот что-то переставлю местами. Здесь справа у меня проще, потому что девушек, наших сестер, я знаю лучше. Вот, это Инна, родная сестра, Наталья и Инна. Правильно, Инна, да? Вот, это те люди, которые здесь перед вами. И правильно их обозначить, чтобы, ну, отдать должное, что существует институт семейности, на которых стоит церковь. В наши дни, когда заменяет общество другими подходами, да, мы должны радоваться. Братья и сестры, наступает время, когда христиане даже, когда обращают внимание на свадьбу, в которой институт Божий, юноша берет девушку, должно нами замечаться и поощряться. Вот до каких сложных времен мы с вами дожили. Да, они могут не знать Бога, и это сожаление. Да, мы желали бы, может быть, больше познакомиться. Но то, что на улицах городов наших слышен, еще слышна речь женихов и невест, это всегда благо. А сейчас особенный торжественный момент, где я хотел бы представить родителей. Тех, которые родили, которые выносили, вымолили, которые плакали и переживали. И вот пришел день, когда они своих детей могут видеть. Итак, Василий Николаевич, пожалуйста, встаньте, брат. Рядом с ним супруга его, Мария Ивановна. Да, знаете, о них можно сказать, это ими выращенный сын. Спасибо, садитесь. Александр Александрович Бубела. И рядом с ним, Саша, постой, постой еще. Да, Людмила Григорьевна, встаньте, пожалуйста, повернитесь так, чтобы на вас народ посмотрел. А они вырастили дочь, хорошую дочь, послушную, скромную, которая знает Господа. И одно то, что они сумели это сделать в наш лукавый век, смогли, чтобы Кристина приняла крещение и отдала свое сердце Господу, это уже поступок. Благослови Господь вас, садитесь. А сейчас я хотел бы сказать несколько слов о тех, кто пришли сюда и рассыпали розы. Это девочки, их было, я посчитал, 5. Четверо – это племянницы Вани, и одна племянница вот Кристины, и мальчик тоже, вот, вернее, да, это те, кто состоит в родстве у Кристины. Знаете, я посчитал и подумал, что, ну, как их назвать? 5
тех, кто вышли навстречу. Ну как, кто они? Мудрые, конечно. Вот эти маленькие дети. В чем состоит это благословение? Что они в церкви. Это мудрость, они не в мире. В чем состоит мудрость? Что родители молятся и знают, привели. Что они имеют белоснежный наряд. Что они освящаются Словом Божьим. Ну, наверное, и все. Поэтому я хотел бы сегодня поговорить или говорить вот в этом акте священнодействия, бракосочетании, именно языком одной книги. Можно было бы читать сегодня только из 13 главы 1 Коринфянам, правда? И нам бы не хватило бы до вечера время вот эту песнь любви, о которой написал благочестивый апостол Павел. Или читать только лишь из книги Бытия. И это правильно было бы. Ибо мы нашли эти тексты, где сам Бог благословляет брак. Или другие послания, скажем, Ефесянам, даже книга Откровения подарила бы нам ряд текстов, которые сегодня были уместны, полезны и духовны именно к этому моменту. Но я предлагаю, чтобы мы сегодня основывались книгой «Песни песней», которую очень люблю, которая уместна. Вот посмотрите, «Песни песней», 2 глава, текст 4. «Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною любовь». Вот сегодня мы все пришли в этот дом пира, мы как бы введены в него. И когда мы смотрим на Ваню и Кристину, мы видим, что в глазах их, ну, особые чувства. Иначе бы они сюда не пришли. И как приятно нам быть в доме любви. Каждый из нас, пускай использует эти мгновения для того, чтобы оживить свою любовь, свою жизнь, свои отношения к мужу и к жене. Не только лишь смотреть на чужое мгновение счастья, но и о себе помнить. Если надо исправляться, если надо подтягиваться, если надо исполнять или просить, чтобы Господь наполнил наши источники любви. Четыре условия. Прежде чем мы продолжим наше назидание, мы обозначим сегодня, вот собравшись на это священнодействие. Прежде чем дальше говорить о благословении, молиться и объявлять, мы должны помнить, что они должны быть сегодня подтвердить свои чувства. Это не есть принуждение, это добровольный выбор, это чувства, которые мы называем любовью, это признание, которое было у них в жизни. Мы с ними несколько раз беседовали, и эти признания были сделаны даже в моем присутствии. Но то, что нам сегодня положено сделать в присутствии всех собравшихся, мы просто не имеем права вот этого не коснуться. Следующий момент – это согласие родителей. И ими оно дано. Мы получили это согласие на этот день, на этот брак. Третий момент – это отсутствие препятствий. Вот нет препятствий со стороны Вани. Ваня не делал каких-то приглашений или предложений другим, так, чтобы, ну, законно можно было сказать, ну, как же так? Да, точно так касается это и Кристины. Никаких препятствий вот в церкви и так дальше не вызвало ее желание, да, связать свою судьбу с Иваном. И последнее – брак в Господе. А можно сказать, что именно на первом месте в Господе отсутствие препятствий, согласие родителей и ихние чувства. Когда я был молод, а я люблю эту фразу употреблять, а когда я был молод, я многое люблю и помню. И сейчас порою иногда жизнь заставляет меня что-то забывать, от чего-то отказываться. Да, не евангельского и именно духовного, а что-то, чего-то традиционного. Вот когда я стоял, или в мои годы я был молод,
то обычно лежал коврик. И служитель, заручившись поддержкой, что чувства не угасли, любовь продолжается и согласие имеется, после того, когда их спрашивал, предлагал им сделать шаг. А до того, когда они шаг еще не сделали, они как бы еще и не муж и не жена. А кто они? Они юноша и девушка, жених и невеста, но еще не муж и жена. И для того, чтобы нам продолжить, вот я как бы мысленно предлагаю им вступить этот шаг, сделать. Спрашиваю тебя, Ваня, перед всеми собравшимися, ты их лучше даже этих людей знаешь. Это, наверное, твои друзья, соработники, с теми, с которыми ты работаешь, родственниками. Может быть, оркестранты, с которыми в оркестре играешь. Братья и сестры из молодежи, которые приходят в эту церковь и любят эту церковь. Спрашиваю тебя. Ты продолжаешь любить Кристи? Ты согласен взять эти обязанности и стать опорой ее, стать мужем, стать тем человеком, который будет принимать решения и повести ее за собою? Ты готов? Скажи свое короткое «да». Да. Вы слышали, братья и сестры? Кристи, я спрашиваю тебя. Мысленно сделай этот шаг вперед. Ты продолжаешь его любить? Ты согласна разделить с ним судьбу? Не зная этой будущности, пойти с ним в эту дорогу. Завтра может случиться, ну, большое переживание. Никто из нас не может... Но ты согласна, любя, сохраняя ему верность, пойти в эту дорогу вместе с ним. Скажи свое короткое «да». Да. Да, братья и сестры. Итак, согласие родителей, чувства, о которых они нам напомнили, отсутствие препятствий и то, что они в Господе, дает нам право. Я хотел бы, прежде чем мы продолжим наше назидание, чтобы прозвучало именно вот пение вот из книги «Чисел», 6 глава, тексты 24 и 26. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Пожалуйста. Да благословит тебя Господь, да благословит тебя Господь, и сохранит тебя, и сохранит тебя, и сохранит тебя Господь, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим. Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир, и даст тебе мир, и даст тебе мир, и даст тебе мир. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим. Даст тебе мир, и даст тебе мир. Читаю тебе, Ваня. Но касается всех братьев, присутствующих в этом зале. Песни песней, 1 глава, текст 11.
Доколе царь был за столом своим, нарт мой издавал благовоние свое. Ваня, тебе принимать решение, отвечать, быть ответственным всю жизнь. Это очень тяжело. Легко давать советы, но решение принимать – это тяжелая задача. И очень много молодых людей в наши дни не способны взять эту ответственность, пойти по жизни и принимать решение. И Слово Божие говорит, доколе царь был за столом. Царь – это не ты, это не о тебе речь. И он за своим столом. Но у тебя в жизни, у тебя в жилище. И он за своим столом. Нарт твой. А нарт – это твоя благочестивая жизнь, которая является благоухание. И вот покуда царь за столом, ты способен на это благоухание. От тебя можно услышать. К тебе пожелаешь прийти. Ты излучаешь это благовоние. Постарайся так, чтобы в жизни, братья и сестры, вы, братья, чтобы царь был, а не чтобы он встал и ушел. Когда царь уйдет, нарт твой, что является благоуханием, не будет издавать. Помните об этом. Невозможно человеку верующему в жизни издавать благоухание, когда царя в твоем жилище нету. Следующий момент к тебе. Тоже первая глава, Кристина. Скажи мне ты, текст 6, которого любит душа моя, где пасешь ты, где отдыхаешь полней? К чему мне быть скиталицею среди стад товарищей твоих? Проси у Господа, чтобы Он источники твои в любви наполнял. Очень часто я сам проходил этот путь, когда у меня влюбленности было больше, чем любви. Любовь доказывать надо. Вы знаете, иногда можно слышать, как люди рассказывать, что я рыбу люблю. Я слышал, как раввин русскоязычный в Тель-Авиве преподает курсы для тех, кто будет вступать в брак. И вот он рассказывает, это не я. Он говорит, так это неправда, что он рыбу любит. Он себя любит. Если бы он рыбу любил, он аквариум бы купил бы для этой рыбы. Он бы корма в волю дал бы. А так он себя любит. Вот поэтому в нашей жизни влюбленность – это когда я хочу, чтобы меня любили. Я хочу пользоваться этим. А любил Господь церковь. Он жизнь отдал за нее. Он милует нас. Он совершенствует. Он работает над нами. Он доказывает свою любовь. Поэтому твои источники любви, Кристина, надо, чтобы постоянно пополнялись. А кто их наполнит в современном мире? Один только Господь. Но об этом надо знать и признаваться. Господи, а я не в состоянии всегда любить. Но если ты наполнишь и дашь мне с неба, дай мне, Господи, к чему мне быть скиталицею среди стад? Товарищи. Все те, кто будут окружать Ивана, это его товарищи будут. Кто будет приходить домой? Кто, с кем он будет дружить? Люди в церкви. Они очень добрые и могут указать или рассказать, как поступить в какой-то ситуации, но они не должны заменить твоего сердца. Скажи мне ты, которого любит душа моя. Давайте мы еще прочитаем из этой прекрасной книги. Вот, например, книга «Песни песней», глава 4. Да? Вот здесь «Запертый сад, сестра моя, невеста, заключенный колодец, запечатанный источник». Ваня, это слово к тебе. Вот жена и должна быть этим кладезем запечатанным, источником.
запертым садом. Пускай Господь наполнит разумение твое, что есть вещи, когда мы должны были быть открытыми, гостеприимными, доступными, открытыми, откровенными, прямыми, но запертыми тоже. Твоя личная жизнь, твои особые отношения супружеские – это запертый сад, это запечатанный колодец. Сидящие в зале, если вы расплескиваете это благословение, вернитесь к этому, осудите себя. Признайте, что эта открытость, откровенность не приносит. И став на этих позициях, вы упрочите свою семью. К тебе, Кристина, читаю. «Поднимись, ветер севера». Это та же глава, 4, 16 текст. «Поднимись, ветер севера, и принесись с юга. Повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его». Вы не заметили здесь, да, вот сад мой, а он придет, пускай, в сад свой. Как же это быть? Это вот твоя личная жизнь. Да, она твоя. Но он пришел уже в сад, и сад назван свое, своим. Пускай он вкушает. Те благословения, которые привели родители, молились дедушка с бабушкой, насаждали в церкви. Ты умножала чтением Слова Божия, обогати его ими. Это не только уже твои, но пускай он придет в сад свой. Благослови тебя Господь понимать, о чем сегодня идет речь. Ну и еще, братья и сестры, хочу из этой книги, потому что она очень, я бы сказал бы, носит такой, ну, характер любви, свадебный отпечаток. Вот глава 8, это уже в заключении мы читаем. Глава 8, текст 5. «Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного?» Знак вопроса. Ваня, это к тебе. Вот эта возлюбленная твоя, она должна опираться. Когда она опирается, это нормально. Я иногда так шучу и своей жене говорю о том, что, ну, в такие моменты особой усталости и так дальше, вот я ей признаюсь, вот ожидая, что она мне это признание сделает, она его не делает. А я как бы вечером на диване говорю: ну, Дин, ты у меня, у тебя как за каменной стеной. Она говорит: ну, вообще должно быть все наоборот. Ну, так я хочу, чтобы ты мне сказала. Ну, я же действительно вот стараюсь, да? Вот, ну, и мне иногда хочется это слышать. Говори ему это, Кристи. Вот принес он нормальный чек. Ну, ты за стеною. Это, я бы сказал бы, ну, потом заработанные тяжело деньги в Америке, они здесь легко... Через это внимание, которое ты скажешь, он будет желать этого делать. Когда он вот вставал к малышам, а они болеют и так дальше, и чтобы сон твой тебя вот, ну, пожалеть ночью, ну, заметит, не пропускай это мимо. Да? Почему? Опирайся, давай эту возможность, чтобы он был подлинно стеной, а ты на это опирал. А ты любила это, Ваня. Вот каждая вот из этих женщин, которые присутствуют, наших сестер в зале, хотели бы, чтобы мужья это была опора. Это стена, вот, о которой бы они могли опереться. Но далеко не у каждой это выходит в жизнь. Но это большое благословение. И еще, Кристи, это касается тебя, это тоже конец вот «Песни песней». 7 глава, 14 текст. «Мандрагоры уже пустили». Помните, мандрагоры это были, я бы сказал бы, такие мандрагоровые яблоки, которые вот по преданиям способствовали, чтобы вот женщины, имеющие бесплодие, вот имели детей. Вот однажды вот именно Рахиль вот этого ожидал.
Да, вот мандрагоры уже пустили благовоние, и у дверей наших всякие превосходные плоды. Новые и старые – это сберегла я для тебя, мой возлюбленный. Вы знаете, наши отношения надо в жизни уметь сберечь. Они были, они даже очень даже бурные, об этом все знали. О моих страстях, о, я бы сказал бы, увлечениях, о влюбленности, о подарках, о внимании, которое мне оказывали, знали все, и родственники, и друзья. Но это расплескали люди, не уберегли. Это я сберегла для тебя, мой возлюбленный. В жизни очень важно, да, нашу даже духовную жизнь. Сколько я своих друзей, которые очень начинали, ну, я бы сказал бы, бег за Господом нашим, да, и многое служение большое совершали, и участвовали во многих проектах и мероприятиях, расплескали себя. И сейчас посмотришь, ничего не сберегли. Вы посмотрите, как ну, хозяин, вот, фермер, особенно в Америке, умеет сберечь. Вы обращаете внимание, да? Вот в России прекрасные урожаи бывают. Но это прекрасный этот урожай до весны часто люди ну, не в состоянии сберечь. Это то, что обогащает человека, человек, не умеючи сберечь, расплескивает и не получает этой выгоды. Так и наши отношения. Их надо сберегать, не сберегая, мы не в состоянии упрочить нашу семейную жизнь. Я не вижу часов, вот они у меня слева, да, мне бы как бы не увлечься и справа. Да, сейчас приходит торжественный момент, когда они должны сказать некоторую присягу. В мою молодость не говорили ее. Может быть, бы сейчас, я думаю, я ее тоже бы избрал. Почему? А она очень торжественна. А она вызывает слезы у родителей. А она памятна для меня. Ее запечатлят те, кто снимают. Те, кто сидят и свидетелями, да, но она, между прочим, дорогие мои, грозный прокурор. Слово сказанное, оно будет нас преследовать, оно будет нас судить. Я в своей жизни, стоя под венцом, под хупою, когда-то Николаю Константиновичу Величко, вот, служитель из Киева, вот, краткое свое сказал «да». Оно как бы проще. Вот он перечислял бы мне, я подтвердил. А здесь придется говорить это слово. И тем не менее, молодые наши христиане в наше время избирают этот путь. И мы пойдем этой дорогою. Я сейчас попрошу, чтобы... Пожалуйста, исполнили песню. Встаньте, вот, подойдите. Песня «Дайте руки друг другу, отныне вдвоем, озаренные счастьем, пойдете вы вместе». И в это время Кристи передаст букет свой. Вы обратитесь лицом друг к другу, медленно возьметесь за руку, наверное, когда вот уже будет звучать музыка. И будем ожидать. Я потом попрошу, чтобы вас помнили. Дайте руки друг другу отныне вдвоем, озаренные счастьем, пойдете вы вместе. Далек перед вами и будут на нем и шипы, и цветы, и разлуки, и встречи. Говорите друг другу такие слова, от которых на сердце тревога растает. В мире зла и греха
хватает тепла, исцелительных слов и любви не хватает. Не теряйте тепла нежных любящих рук. То, что Бог сочетал, человек не разлучит. Берегите любовь от страданий ему. Когда небо закроют коварные тучи. Сегодня я, Иван, беру тебя, Кристина, себе женою. Сегодня я, Иван, беру тебя, Кристиана, себе женой. Обещаю поддерживать тебя всю жизнь с этого дня. Обещаю поддерживать тебя всю жизнь с этого дня. Как в хорошие, так и в трудные времена. Как в хорошие, так и в трудные времена. В богатстве и в нужде. В богатстве и в нужде. В болезни и в здравии. В болезни и в здравии. Обещаю любить тебя. Обещаю любить тебя. И вести тебя по жизни. И вести тебя по жизни. До самой смерти. До самой смерти. Сохраняя верность тебе. Сохраняя верность тебе. Благослови Господь вас. Я Кристина. Я Кристиана. Сегодня выхожу за тебя, Иван, замуж. Сегодня выхожу за тебя, Иван, замуж. Обещаю поддерживать тебя всю жизнь. Обещаю поддерживать тебя всю жизнь. С этого дня. С этого дня. Как в хорошие, так и в трудные времена. Как в хорошие, так и в трудные времена. В богатстве и в нужде. В богатстве и в нужде. В болезни и в здравии. В болезни и в здравии. Обещаю любить и следовать за тобой. Обещаю любить и следовать за тобой. До самой смерти. До самой смерти. Сохраняя верность тебе. Сохраняя верность тебе. Братья и сестры, время пришло. Я перейду сюда, да? Время пришло нам помолиться. И, безусловно, сейчас мы это сделаем. Молодые благоговейно опустятся на колени. Мы встанем. Родители помолятся. Вначале родители невесты, а затем жениха, затем Иван с Кристиной. И мы с Анатолием Григорьевичем, дядей Кристины, пресвитером церкви в Белоруссии, который сегодня в гостях, но которого я прошу, чтобы он прошел, мы помолимся. И затем продолжим наше служение. Это особенно торжественный момент, поэтому я для этого прошу, чтобы мы благоговейно встали, а молодые люди, вы преклонили свои колени. Да. Господи Боже наш, мы сейчас пристали пред Твое величие и приносим Тебе благодарность за то, что Ты наш Отец. Благодарим за то, что мы дети Твои, Господи, за то, что мы можем обращаться к Тебе и благодарить Тебя. Благодарю Тебя за то, что Ты подарил нам семью, подарил нам Кристинку, могли с ней жить и радоваться. Благодарю Тебя и за сегодняшний день, который Ты послал в жизни нашей. Благодарю за то, что Ты подарила из спутника жизни Ваню, Господи. Это, Господи, у них начинается новая жизнь, Господи. Прошу Тебя, Господи, помоги, чтобы эта новая жизнь, как было
меньше ошибок, Господи. Проведи их путем своим. Помоги, Господи. Благослови их. Будь милостив им, Господи. Помоги им, Господи, прожить достойно имени Твоего. Помоги им любить друг друга. А нам, родителям, помоги правильно поступать в ситуациях, Господи, чтобы мы могли все созидать к миру. Услышь нашу молитву, благослови сегодняшний день, благослови их жизнь совместную. Аминь. Аминь. Мой великий, любящий, праведный Господь, я преклоняюсь пред Тобой в этот день, в этот час. Благодарю за Твою великую любовь и милость к нам, к дому моему доселе. Боже мой, славлю Тебя, Господи, что Ты мой Бог святой, и этот день Ты создал, Господи, этот день Ты сотворил. И в этот день мы пристали просить милости на детей наших. Господи, благослови Кристиночку, благослови Ванечку, Господи, совместный их путь, все благословения неба и земли излей на них, Господи. Прошу Тебя, сохрани их духовно, физически, защита Твоя, охрана, пусть будет на них, на совместную жизнь, Господи. Я благодарю за Кристинку, за то, что Ты дал ее нам, за то, что Ты хранил ее, Господи. И все эти годы, Господи, слава Тебе за нее. И Ты даруешь ей спутника, благослови, Господи. Помилуй их, сохрани их, чтобы они любили Тебя, чтили и жили, как Ты хочешь по слову Твоему. Да будет имя Твое благословенное и прославленное. И в этом дне честь и поклонение, Отец и Святый Дух. Аминь. Аминь. Господи, слава Тебе за этот день. Благодарна, что Ты дал мне семью, жену, детей, Ваню, Господи. Сейчас мы приходим к Тебе с нашими просьбами. Благослови их совместную жизнь. Дай, чтобы мы Кристи приняли нашу семью как свою дочь. Благослови их совместную жизнь. Сохрани в этом злом мире, чтобы они любили друг друга. Будь с нами. Благослови пир наш. Слава Тебе за все. Аминь. Творец неба и земли. Творец неба и земли. Вот мы пристали пред Тобой, Господи. Благодарность Тебе за день сей, который Ты подарил нам. Господи, благодарна за семью мою. Прошу, не оставь без милости. Ты знаешь, Господи, и за Ваню мы просим. Ты подарил в его жизнь Кристи, Господи, и они теперь пред Тобой пристали. Я прошу Тебя, благослови их своим благословением, Господи, потому что Твои благословения печали не приносят, но обогащают. Я прошу Тебя, будь милостив, Господи, сохрани ихнюю любовь, дай, чтобы они любили друг друга, любили Тебя, читали Слово Твое, Господи, служили Тебя от чистого сердца, пошли все нужное в ихнюю жизнь, Господи, сохрани обет от несчастья, от зла, Господи, пошли им здоровое потомство, Господи, чтобы они их тоже привели в дом Твой и научили истинам Твоим. Господи, дай нам, родителям, всегда помогать им в ихних нуждах. Будь милостив, Иисус, дорогой, сохрани и на дальше, не оставь без милости. Также и мы, родители, благословляем их своим благословением, Господи. Останься с нами и на остаток этого дня. Благослови все во всем, пусть будет по воле Твоей. Аминь. Господь, Отец Небесный, благодарность Тебе, Господь, за милость Твою ко мне, Господь, к нам. Благодарность, что Ты меня хранил, Господь, послал годы жизни и не оставил без милости Своей, Господь. Спасибо, что Ты являешься Отцом моим и могу обращаться к Тебе, Господь. Ты видишь, по какой причине мы пред Тобой стоим, Господь. Я прошу Твоего благословения на нашу жизнь, Господь, на меня и на Кристианочку, Господь. Помоги сохранить любовь до конца, любить друг друга от всего сердца, Господь. Благослови нас духовно, особенно, Господь, чтобы мы читали Слово Твое, служили вместе Тебе, не оставили веру до конца своей жизни, Господь. Также физически, здоровьем, Господь, все, что нам нужно для нашей жизни, Господь. Ты знаешь наши сердца, видишь нужды, Господь. Мы все предаем в руки Твои, благодарим Тебя за родителей, Господь. Помоги сегодняшний день, благослови, Господь, порадоваться еще с друзьями. Прибудь с нами, не оставь во всем, Господь. Просим во имя Твое, услышь нас. Аминь. Аминь. Иисус, я благодарю Тебе, что мы можем собраться в Церкви Божией и просить Твое благословение, Иисус. Я благодарю Тебе за моих родителей Божии, которые меня наставляли с детства, Боже, которые любили меня, Боже, благослови их. Боже, я благодарю Тебя, что я Тебя могла познать как моего личного спасителя, Иисус. Я недостойна Твоей любви, Иисус, но я благодарна за Твою святую кровь.
Иисус, также благодарю, что, что Ты меня послал Ваню, Боже. Я благодарна также, что его родители также его наставили, Боже, благослови их за это. Я прошу мое моление, чтобы Ты благословил наш брак, чтобы Ты всегда был первым, чтобы мы никогда Тебя не оставляли, Иисус. Я прошу, чтобы мы остались верным друг другу и Тебе до конца. Также, Иисус, если Ты нам дашь, пошлешь деток, чтобы мы могли правильно их наставлять, чтобы они все познали Господа, чтобы они были все здоровенькие. Иисус, я просто прошу Твое благословение, прости, где мы были неправы, и сейчас пристали пред Тобой. Аминь. Аминь. Великий Господь, мы радуемся той милости, которую Ты являешь в жизни народа Твоего, в жизни детей Твоих. Благодарность Тебе, Господи, за этот день, который Ты сотворил, за то, что по милости Твоей мы сегодня слышим голос жениха и невесты. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты устрояешь жизнь детей Твоих. И от Тебя, Господь, мы просим благословения. От Господа Всемогущего, который и да сохранит. От Господа, который благословит благословением неба и благословением земли. Благословениями духовными свыше. Благослови, Господь, Ваню Твоими благословениями, как мужа. Дай ему сил физических и духовных. Благослови его мудростью от Тебя. Благослови его страхом Твоим. Благослови его хождением пред Тобою, исполняя Слово Твое, быть верным своей семье. Благослови, Господь, Кристину Твоим благословением. Благослови ее как мать, как жену благослови. Благослови, Господь, мудростью от Тебя устроять свой семейный очаг, чтобы Ваня возвращался всегда с радостью. Господи, мы верим, что у Тебя больше благословений, больше того, о чем мы просим или даже помышляем. Да пребудет Твое благословение в их жизни. Тебе слава и поклонение наш Бог. Аминь. Аминь. Господи, благодарим Тебя за эту возможность и спрашивать у Тебя благословение. Призри на этих молодых людей, на Ваню и Кристи. Помилуй их в жизни Твоим лицом, светом лица Твоего, чтобы они знали и познавали, как Ты благ. Я прошу Тебя, пускай вот от Тебя придет это благословение, когда Ваня будет в состоянии принимать на себя решение и взять эту ответственность. Я прошу Тебя, чтобы дух кротости был в сестре нашей, вот, а в его жене Кристине, чтобы она была кроткого и молчаливого духа, чтобы вхождение их было благословенно Тобою и выхождение. Господи, чтобы порядок в доме, отношения на работе, поведение в церкви было безукоризненным. Научи их, Господи, когда станут родители, если Ты позволишь это иметь, чтобы они знали, как от Тебя подавать добрый пример, как молиться, как переживать те потрясения, которые могут в жизни постигать. Милосердный, этому только лишь Ты можешь научить. И мы просим Тебя, дай им от Духа Твоего, сохранившим в наши тяжелые, лукавые дни юность свою для этого, для права на благословение. Поэтому прошу Тебя, дай нам то, о чем мы просим. А Тебе, который может наши помышления сделать больше то, о чем мы просим и о чем помышляем, тому слава в церкви во все роды от века и до века. Аминь. Аминь. Братья и сестры, в мою молодость брали руки, вы давайте друг другу тоже руки. Да, мы как-то попробуем поднять с Анатолием Григорьевичем. Да, и в этот час... Что правильно сказать? Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Аминь. Аминь. А тому, кто действующий в нас любовью, может сделать больше, о чем мы просим и о чем помышляем. Слава в церкви во все роды от века и до века. Аминь. Аминь.
во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, братья и сестры. Сегодня, вот, Анатолий Григорьевич, задержись чуть. Правом, которое дано служителям, мы объявляем Ивана Карапунарли законным мужем Кристины. И Кристину в девичестве Бубела с этого дня, 2016 года, 16 июля, законною женою брата Ивана Карапунарли. Скажите это всем. Благослови Господь. Вот сейчас, ну что правильно сделать? Фотографы, чтобы приготовились. Пожалуйста, мы дубли не будем делать, вы должны быть готовы. Вот как мужа и жену, они поприветствуются у нас на глазах. В этот момент это правильно, это благочестиво, это даже необходимо. Мы ждем. Успели, Дима? Все, получилось? Ну, слава Богу. Ну, правильно, наверное, сейчас, чтобы они обменялись кольцами. Мою молодость этого не делали, другие тексты читали. А я вам прочитаю «Песни песней», 8 глава. «Положи меня, как перстень, на руку твою». Вот. Благослови Господь, пожалуйста, оденьте. Ну вот, можете представить наше христианство, вот таинство. Опускались с женихом и невестою, юношей и девушкой, а поднялись, и сейчас муж и жена. Вот входят в реку, да, вот оглашенные, как, ну, я бы сказал, древняя славянская церковь называла таких людей, а выходят членами церкви. Вот это все говорит о том, что этого мгновения вот, необходимо ждать, готовиться, себя готовить к этому. И оно приходит и наступает. Ну, сейчас самое время все-таки тех, кто молились, чтобы вам вас поздравили. Поэтому я приглашаю Анатолий Григорьевич, поздрав племянницу, вот, ее мужа. А отец... Кристины споет псалом нам. Я его не слышал, братья и сестры. Слова, правда, читал. Мне очень слова понравились. И я верю, что это будет полезно для всех нас. Особенно для вас, молодые люди. Я знаю, что вы музыкальны. Вас даже на приглашение гитары такие чудесные. Так и хочется попросить, чтобы сейчас сыграли. Но нельзя. Надо себе чуть-чуть позволить, чтобы это было попозже. Вот, пускай прозвучит псалом. Вот, Анатолий Григорьевич, наверное, присаживайся, да? Вот, спасибо. Пожалуйста. Последнего шага земного, покидая родительский дом, не забудьте о тех, кто вам жизнь подарил, кто наставил в пути отец, чем согреты вы в детстве теплом, никогда, никогда не забудьте. Неизвестность вас ждет, что же там впереди. Вам не сможет никто дать ответа.
Бог один знает все, с Ним вам легче идти до желаемой цели завета. Покидая родительский дом, не забудьте о тех, кто вам жизнь подарил, кто наставил в пути и о тех, чьим согреты вы в детстве теплом. Никогда, никогда не забудьте. Вам вспомнятся снова и снова, покидая родительский дом. Не забудьте о тех, кто вам жизнь подарил, кто наставил в пути и о тех, чьим согреты вы в детстве теплом. Показателен в наших церквях, когда мы можем дочери вот в этот момент спеть. Он очень трогательный. Я считаю, что это хорошо, когда этим благословением родители могут благословить вот в таком песенном варианте. Я как-то остался без микрофона, а Рома уже устал за мною. Ну, постой, Рома, еще мало даже осталось. А сейчас новый статус абсолютно. Ваня муж, все. Вот. Хотя я вспоминаю, как вот читал такую историю. Американцы, семья, сын и отец. Отец вот читает газету, а сын в компьютере что-то смотрит, потом отрывается и говорит: «Пап, а это правда, что вот у мусульман не знаешь, вот, ну, кого берешь?» Ну, он думал, что отец тут же ответит, а отец нет. Газету отложил, носки вот. Очки на нос как-то у него сошли, он долго смотрел в окно, думал почему-то. А потом говорит сыну: «Да нет, сын, это у всех». Вы знаете, в жизни бывает так, что молодой человек такой галантный, внимательный, цветы, помнит день рождения, ну все во всем, просто вызывает такие вздохи. И это как-то заканчивается, мужем становится. Все на этом. Ваня, чтобы заставлять вот эти чувства иметь, надо усилия, надо помнить. Что любит, что не любит знать, да, и не знаешь кого. Вот кажется, что вот, ну, берешь, уже знаешь, а на самом деле оказывается, под какой-то личиной может быть эгоист или наоборот. Да, я это говорю, что кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчуга. Вот, зная как-то Кристину, наверное, больше, чем ты, мне кажется, что вот... Она тот человек. Но когда я смотрю на Ивана, да, мне хочется так и сказать: хороший тебе вот попался юноша, который, работая над собой, может вырасти в такого серьезного
мужа. И вот тебе, муж, чтобы ты не думал, что над тобой уже никого нет, говорю, тебе глава Христос. И вы знаете, Христос, будучи образом Божьим, да, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя. Ему глава Бог, добровольно, порядок. И у тебя не значит, что над тобою вот здесь, ну, человеческого такого начальства, у тебя на небесах он, и он строго взыскивает. И он тот, кто требует от тебя. И когда ты читаешь, и когда ты знаешь, что тебе надо выполнить, и однажды будешь давать отчет, ты будешь благоговеть перед этим главою, желать ему угодить, узнать его, полюбить его, подружиться с ним. Поэтому глава тебе Христос. А у тебя, Кристина, несколько по-другому. У тебя уже на земле есть глава. Он может быть более прост, чем ты. Ты, может быть, даже, может быть, я говорю, более умна или образована, ну, может быть. Но твоя мудрость в том и твое послушание, когда ты, будучи образованнее, умнее и красивее, может быть, вот, ты превозносишь его. Ты превозносишь его какие-то достоинства. Ты умалчиваешь о его недостатках. Ты знаешь, как прикрыть его. И этому учиться надо. Поэтому главе с главою поступают всегда как с главою. Поэтому тебе говорю, не я, а Слово Божие говорит, он тебе глава. И жены должны повиноваться своим мужьям. Ваня, помни, себя покоить, пословица русская говорит, дома не построить. Мы в эту жизнь приходим, чтобы оставить след, и наше, я бы сказал бы, благочестие заключается, что мы это делаем открыто, вот, вытирая пот со лба, которому приговорило нас Слово Божье, в поте лица. Но это путь благословения. А вот тех людей, которые сидят на первой скамейке, их надо помнить. Я прошу вас, встаньте, пожалуйста, будьте дорогие, вот, мои ровесники, так примерно по возрасту. Я обращаюсь к вам, вот, не ваша задача, а что она готовит и в каком состоянии она содержит утварь на кухне. С этого неправильно начинать. Она имеет, мама научила, и тогда, и даже если чему-то еще не научилась, научитесь в практике жизни, подружившись, но не на контроле. И помните, сложить отношения – это ваша тоже часть вашей ответственности. Ваня, вот тебе говорю, да? Помнишь, как Слово Божие, когда встретился Моисей и Иофор, что делал и Моисей? Целовал его, чести своего. Вышел и написано «поцеловал». А кто был больше? А больше был зять Моисей. А Иофор не такой известный был. Моисей, он представал перед Господом и говорил с ним. Кто может сравниться из людей? А когда надо было тестя приветить, он первый приходит и целует. Поэтому сложить отношения, это не такая... Вы этими дорогами, я говорю к Бубелам, к семье, вы этими дорогами не ходили. Вы зятя ни одного не имели. Если бы у вас уже пятеро зятей было, можно было сказать, ну вы знаете, уже там другие как-то наставляли. А это первый. И с ним надо сложить отношения. Если он в чем-либо не совсем прав, то надо добрым советом. И мама моя когда-то говорила о том, что если будут сын и дочь виновны так, как зять и невестка, то... Я гораздо строже отнесусь к сыну и к дочери. Это мои родные. А к зятю и к невестке я буду применять долготерпение и надежду, что что-то исправится. Мудрая женщина была в этом отношении. Правильно складывала отношения. Вот, достаточно. Спасибо, садитесь. Потому что я могу увлечься, а потом не выдерживаю вот, ну, графика, можно сказать. Но помните, они будут стареть, у них больше будет морщин, руки начнут трястись, память что-то будет забывать и так дальше. Поэтому их надо, этой обязанности никто не снимает. Ставший мужем и
женою, вы продолжаете оставаться детьми их. Поэтому свои сыновьи обязанности и дочерние нам надо исполнить. Подать стакан воды, позвонить, приехать, обнять, отвезти в госпиталь. Все, что необходимо сделать, вы обязаны. Следующий момент – это просить, чтобы Господь благословил, если Он даст вам детей уже с этого дня. И помните, поместную церковь молиться о служителях, не критиковать, не бунтовать. Если можете быть миротворцами, будьте. Но если не можете быть миротворцами, хотя бы не будьте бунтарями. И еще последнее. Многими скорбями надлежит вам войти в Царство Божие. Не думайте, вы пришли для счастья и благосостояния. Вот это то, что вам небо гарантирует. Неправда. Вы завтра можете оказаться на инвалидной коляске. И это надо будет целую жизнь. И надо будет верность сохранять. И смириться, и покорно нести этот крест. Но если Господь даст вам осколки, можно сказать, этого счастья людского, благодарите за это Бога. И помните, Иов сказал, человек рождается на страдания. Не для счастья. Это в мире учат этому. И поэтому, когда человек не достигает чего-то, у него бунт начинается. А Иов говорит на страдания. Страдания и переживания будут больше у вас в жизни, чем элементов благополучия и человеческого счастья. Но именно это путь христианина, преодолевший все, устоять. А сейчас, братья и сестры, мы помолимся в заключении. И начнется приветственная часть. Возможно, будет звучать какая-то песня. Я прошу правильно прийти и их поздравить. Но это делайте быстро и не зацеловывайте их так, что им тяжело вот, всех нас вот, как-то поцеловать и уделить внимание. Это надо делать оперативно, вот, поприветствовав, сказав несколько слов, тут же отходить. И необходимые пожелания или объявления скажут, наверное, кто-то, да, из родителей. А сейчас мы встанем и помолимся. Господи, благодарим Тебя за то, что мы совершили то, что должны были совершить по Слову Твоему, основываясь на Священном Писании. Благодарю Тебя за то, что сидящие в зале имели терпение и слушали все это время. И я мог передать это Слово Твое, и молодые наши приняли. Поэтому благослови вот вторую часть этого служения, окончание самое вот бракосочетание. Пускай в этом дне прославится имя Твое святое, и он останется памятным и для родителей, и для жениха и невесты. Имя Твое благословенно и прославлено, ибо оно достойно хвалы и славы. Имя Бога Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Пожалуйста, братья и сестры, если вот какие-то объявления, можете пройти и сделайте. Да. После приветствия молодых и всем пройти зал пира, пожалуйста. Все, сейчас самое время прийти и поздравить. Поэтому, родственники, вы в первую очередь, да, вот и друзья, близкие, время настало для поздравлений.